Солдат, бронемашина. 1 километр, курс 195. Бронемашины, 1,5 километра, юго-запад. Танк. Реактивные самолеты. Квадрат. 5, 0, 2, 3. Солдат! 1 километр! Юг! Вижу цель. 500 метров. Замечен противник.
Замечен противник. Северо-запад. 500 метры. Вижу цель. 500 метры. Вижу цель. Вижу цель. 500 метры. Замечен противник. Северо-запад. 500 метры. Вижу вражеский БТР. 300 метров. Север. Вижу цель. Вижу вражеского стрелка. 300 метров. Вражеского стрелка. 300 метров. Курс 3-4-5. Замечен противник. Северо-запад. Замечен противник. Северо-запад. Противник. Вражеский солдат. 200 метров. Вижу цель. Замечен противник. Северо-запад. 200 метры. Замечен противник. Северо-запад. Вижу цель. 200 метров. Справа. Вижу цель. 200 метры. Замечен противник. Северо-восток. 200 метры. Замечен противник. Северо-запад. Вижу цель. 200 метры. Танк! 100 метров! Вперед! Вижу цель! 200 метры! Вижу цель! Вижу цель! Вижу вражеского стрелка! 100 метров! Влево! Вижу... Машинок, 100 метров, влево. Thank you.
установил. А вот будет страдать совершенно не будет, а немножко другая репутация. Так засрал я на эту репутацию, когда моя жизнь на кону стоит. Так а ты ради своей жизни здесь стоишь или ради репутации страны, блин? Если ты за свою репутацию, блин, страдаешь, так, кстати, сложи оружие, блин, и иди домой. Дырявым, блядь, нехуй. Так вот в том-то и дело, что ты за своих детей, за своих жен здесь стоишь, и я точно так же здесь стою. Только они живут, к сожалению, вернее, к счастью, в этой стране. И эта страна должна быть нормальной репутацией, а не с дебильной. Альпинист, точки три. Эх, блин, мы договорились на мир. Альпинист, да, наставим точку примерно на 11:30, то есть. Принял, давай, отработаем. Парни, я вас еще раз прошу, не ссорьтесь между собой. Всем пацанам, которые... Правильно!
один километр! В юго-запад! Уничтожено. Какая ваша позиция? Вижу движение. Старт 75 метров слева. Вражеский солдат, 75 метров, вправо!
Пехота! 75 метров! Вправо! Противник! Бронемашина, 75 метров, вперед! Противник, бронемашина...